Оливье, это я. И чего это было сейчас? Тут королева между прочим стоит при полном параде в королевском дворце. Они еле-еле кричат. Вы чего? Кассы мало ели, что ли? Ну-ка давайте громко. 3-4. Вот, молодцы. Теперь вы умная. Поехали. 3-4. Умная! Как приятно. А теперь давайте все-все-все вместе. Одни кричат красивая, другая умная. 3-4. Ой, спасибо, молодцы, молодцы, молодцы. Люблю, 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 люблю. Молодцы, молодцы, молодцы. Ваше Величество, мы уже здесь. Да. Я рад. Итак, мы можем с вами приступить, наконец-то, к нашему следующему занятию. Приступим? Опять занятие. Все время занимаемся. Ну, давай. Хорошо, Ваше Величество. Для начала мы еще раз попробуем написать, как вы себя называете. Ой, как такой смешной вообще. Ну, как я себя называю? Ну, мы с ребятами только что выяснили, как, правильно? Красивая и умная. Ну, вот я так себя называю. Да. А еще как вы себя называете? Как я себя называю? Мое Величество. Совершенно верно, Мое Величество. Давайте попробуем сегодня еще раз написать эти два слова. Вдруг вы запомнили, как они пишутся. Давайте попробуем. Давайте. Пишу. Приготовились? Все готовы? Так, давайте тогда попробуем написать что-нибудь посложнее. Ой, давай, сложнее, давай. Давайте, сейчас я вам зачитаю предложение, а потом мы его попробуем записать по частям. Ну давай уже. Давайте, итак, предложение. Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весной в гости полетит. Не, ну он что, издевается? Ну, правда, не сделайте надо мной. Ну вообще подумать, что я могу запомнить такое длинное предложение. Ты что, совсем уже? Я напишу только травка зеленеет, хватит вот этого всего. Нет! Вот, пожалуйста. Какая ошибка? Ваше Величество, осмелюсь вам доложить, что вы в этот раз в этом предложении сделали 1, 2, тоже 3 ошибки. Прекрасно! Это говорит о моем постоянстве. Так что хватит заниматься, надоело. Вкусно. Надоело заниматься вам? Да. Хорошо, давайте тогда с вами займемся делом, займемся документами. Ой, такой занудый. Вот это, запомните, это вот в зеленом, такая зануда, честное слово. Давай свои документы. Что там надо писать? Давай. Пожалуйста, Ваше Величество. Вот вам ручка. Перо, ручка. Где тебя воспитывали? Ручка. На, проверяй. Ваше Величество, вы не прочитали то, что подписали? А чего не проверять-то? Мне министры все приносят в папочке. А мы же знаем, что министры плохого не принесут, правильно? Но если вы будете не согласны с тем, что здесь написано. Так, ты проверяй, а то я устану раньше времени, и всем плохо будет. Ну, у нас 12 месяцев, они разные. Есть зимние месяцы, весенние. Радость, зимние игры, такие как катание на коньках, катание на санках, катание на лыжах, снежки играют все. Потом весной, в марте, начинается снеготаяние. А в апреле из-за остатков снега появляются первые цветы. Подснежники. Что? Подснежники? Ну да, в апреле. Подснежники в апреле? Да. Хочу. Опять с руками что-то происходит. Что такое? Хочу.
Стоп, а у меня здесь, в моем дворце, прямо сейчас был апрель, и была прямо целая корзина подснежников. Ваше Величество, я вынужден вам сообщить, что это невозможно. Ты опять? Это не я, пожалуйста, Ваше Величество, это закон природы. Так, садись, писы. Я теперь твой закон природы. Писы документ. Писы приказ. Придумали себе природу, что-то там вообще непонятное. Природа у них. Писы. Диктуй, значит, так. Закон издаю новый. Под праздник новогодний издали мы указ, чтобы цвели подснежники прямо во дворце здесь у нас. Вот такие стихи, да. Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною в сени к нам летит, нарвите на полянке подснежников простых, и будет вам за это корзина золотых. Все зрители моего королевства, рвите подснежники и несите во дворец, и получите за это целую корзину подснежников. Все поняли? Поняли? Все. Пока. Где у меня дворец? Там? Там. Она все время в трудах, все время в работе. То полит, то сажает, то червяков собирает, то на речке стирает. Молодец, умница. Братцы, если она вам всем по нраву, подарю ей свое обручальное колечко. Обручальное? Так быстро набрала. Спасибо вам. Побегу скорее к мачехе. Погоди. Вот тебе колечко на память. Только... Если случится беда, брось его на землю и скажи: ты катись, колечко, на весеннее крылечко, в летний сени, в теремок осенний, да по зимнему ковру, к новогоднему костру. Мы придем к тебе на выручку, все разом придем. Спасибо. Постой. Только дорогу к нам никому не показывай, ведь дорога эта заповедная. Умру, а никому ничего не скажу. Спасибо вам. Прощайте, братья месяцы. Прощай, сестричка. Прощай. Так, ну что, Инваль, возвращай себя на работу. Подожди, домой не добралась еще. Да подожди, дай нам попраздновать. Ну чего ты? Дай, пожалуйста, главное, чтоб не забыли. Слушай, ты все настроение испортила. Все испортило настроение, не дала мне попраздновать. Где у меня дворец вообще? Дворец вот там. Эй, вы, принесите этой женщине золото уже. Я прошу прощения. Пока вам готовят золото, вы не могли бы сказать, где вы взяли эти цветы? А действительно, где? Так это очень просто. Как услышала я королевский указ, так сразу подумала, жива не буду, умру, замерзну. А королевский указ выполню, исполню и цветочки раздобуду. Ну, ты молодец, рассказывай, Дайся, как дело было. Ну как? Ну, значит, взяла я корзину побольше и пошла. Иду, значит, вот так. Да. Потом вот так. Иду, потом смотрю, вот так посмотрела. Потом вот так. Потом вот так заглянула. А потом вижу эту, как ее... Блин! Озеро. А. Круглое. А по берегам цветочка. Видимо. Невероятно. Вы знаете, очень бы хотелось это посмотреть. Так, хорошо. Все понятно. Давайте мне супу, лошадей, пока за дорогу подснежником. Ваше Величество, не велите казнить. Дороги, да я... Не знаю, это не я, это падчерица моя, это она в лес ходила, это она не водится, цветы принесла, а я дорогу не знаю. Понятно, ты слюнками мне забрызгала платье, все, ты что волнуешься-то так? Ничего страшного, пускай падчерица будет здесь через 5 минут. Давай, беги, бегом, а ну казнем. Учись у девчушки, девчушку надо взять, будет плясать у нас во дворце. Но... Не скажу. Ты смотри, что происходит-то. Ну, платок с него снимай тогда. Платок сниму, Ваше Величество. А так, а что, надо и рукавички тоже снять? Что, она стоит тепло ей там? А что это у нее такое в рукавичке? А что такое в рукавичке-то у нее? Какое колечко! Откуда оно у тебя? А, кстати, откуда оно у тебя? Не скажу. Слушай, она вообще ничего не говорит, да? Совсем прям плохая, вообще не разговаривает.
раз ты ничего не говоришь, тогда вот, распрощайся со своим колечком. Раз, два, три, вот так. Ты катись, катись, колечко на весеннее крылечко. Блин, весенний теремок, осенний, да по зимнему ковру. Смотрю, к нам тут незваные гости пожаловали. Кто здесь? Чего вы хотите? Здрасте, королева, очень приятно. А я бы очень хотела иметь, так сказать, поляну подснежников. Ха, это вряд ли. Вряд ли? Так вы так просто не отказываетесь. Я вас озолочу, между прочим. Мне ничего не надо. Прям первый раз со мной такое. Человеку ничего не надо? Или кто он? Не человек, не пойми кто. Тогда извините, пожалуйста, а можно вас попросить, ну, меня домой, что ли, отправить? Я немножко подмерзла, знаете ли. А это легко. Пожалуйста. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Зачем так сильно? Ой! Все говорят, Дедушку Мороза, Дедушку Мороза. А кто помогает Дедушку Мороза позвать? Снегурочка, конечно! Так, ну тогда нам как надо и Снегурочку позвать, нет? Будем звать? Да, давайте. А мы как ее будем звать? Снегурка, приходи скорее! Или мы будем звать ее Снегурочка? Как? Вот так будем звать, хорошо. Тогда давайте все вместе. Я сейчас скажу 3, 4. И мы все вместе ее зовем, чтобы она услышала. 3, 4. Знаете, я вот очень хорошо слышу детские голоса. А взрослые голоса я не слышу почему-то. Давайте попробуем объединиться с детьми и провести этот праздник вместе. Давайте. Итак, приготовились и... Нет! Как это? Вы 3-4 услышали? 3-4 не было. Ля-ля-ля, я пошутил. Давайте на 3-4, взрослые дети. 3-4! Ой, слышу! Слышу, кто-то меня зовет! Кто-то меня зовет! Здравствуйте, мои хорошие! Спасибо, здравствуйте, здравствуйте, взрослые! Здравствуйте, детишки, какие вы нарядные, какие вы красивые! Как я рада вас видеть, целый год не виделись! Привет всем! Как ваши дела, хорошо? А настроение у вас хорошее? Как я рада! А сказка вам понравилась? Ой, как здорово! Но мы теперь с вами начнем веселиться, песни петь, в игры играть и, конечно же, Дедушку Мороза ждать. Давайте все встанем за стульчиком и сделаем большой-большой хоровод вокруг нашей красивой елочки. Убираемся. А наши помощники волшебные нам помогут. Четыре.
Надо, чтобы все вместе дружно хором. Дедушка у нас немножечко глуховат. Это я вам по секрету говорю. Слышит он плохо. Поэтому нужно всем вместе дружно громко крикнуть. Ну-ка набрали побольше воздуха. Ну-ка набрали побольше воздуха. 3, 4. Но нам нужно, чтобы нам взрослые еще помогли. Взрослые, наберите, пожалуйста, побольше воздуха в легкие. И прямо от всей души, чтобы у нас получился хороший праздник. Громко-громко, вместе с детишками. 3, 4. Ну-ка, интересно, услышал нас дедушка или нет? Thank you.
знаете? Почему? Вот, хороший вопрос, внучка. Отвечаю. Нужно улыбнуться, чтобы глаза горели, как огни на елке, и весело сказать волшебные слова. Давайте вместе. Раз, два, три, два. Пока не получается, дедушка. У ребят все получилось. И кричали, и улыбались. Но самое главное, посмотрите направо, налево. Сзади смотрите, кто стоят. Ай-яй-яй-яй-яй. Были маленькие, кричали громче всех. А мамами, папами стали, так и теперь стоят важные, не кричат. Давайте помогайте, малыши, родители. Готовы? Родители вместе. Ребята вместе. Улыбаемся и громко-громко говорим заветные слова. Раз! Спасибо тебе, дедушка, за такой праздник, за елочку. Ты пришла сама пора спеть твою любимую песенку, а елочку... Хоровода! Ручки взяли!